Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале редко, но метко проходят конкурсы на робуксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. И всем привет, я с тобой Калантайка. Если что, играем в Roblox, игрушку под названием Симулятор пчеловода в Роблоксе. Сегодняшний ролик... Ну-ка, тихо, все нормально? Да, фух, все хорошо. Сегодняшний ролик будет посвящен, как уже заведено у нас, финалу прокачки подписчика. Но финал я решил разбить на несколько частей, и великая вот эта вот сейчас вещь от того зависит, как насколько поздно ему отдам аккаунт, это убийство улитки. Это все тот же наш очень сложный ник, Мистер Икс, как мы уже его прозвали. В общем, у нас сейчас почти финалочка. На самом деле, у него там все достаточно хорошо. Можно, в принципе, и постараться. Нет, сегодня не получится закончить, но завтра получится. То есть, у него 70 глиттеров, а у нас еще 20 magic бинов. Это того, у нас получается 10 глиттеров всего лишь не хватает. 20 энзимов не хватает, но это, опять же, не проблема. Это можно с Калантайки росточки покупать, покидать на ананасе. Тоже не проблема. И проблема у нас с медом. Меда у нас 225, и где его, в принципе, брать уже сегодня, я не знаю. Поэтому мне нужен, конечно же, улитыч. И плюс еще 4 меда у нас получится за ежедневный буст. Это у нас... Это у нас сколько? Ну, 20 медов не хватает. Ой, меда, блин. 20 клея у нас не хватает. Поэтому я думаю, просто сейчас вот так вот на финалочку сейчас забьем улитку. И потом уже я немножко перемотаю, получается, перевернусь на несколько часов, либо дней позже. И уже буду уже финалить. Посмотрим, что у него и как. И как и что. И сейчас я не нахожусь на своем VIP-сервере, поэтому... А там какое? Какой росток там? Мун. Надо на мун сбегать. Ладно, сейчас я сбегаю на мун, а то это не дело. Почему я сейчас бегу на мун? Чтобы меньше кидать Калантайки росточки. Потому что, ну, я ночью так особо не проглядываю, но... В принципе, что мне тут? Прибежать, покидать два облачка, да и все. И он сейчас 2 секунды выкопается. У облачка трачу, потому что легко их тратить из-за того, что у нас мы часто фармим Виндиби, а Виндиби мы фармим ради того, чтобы получить глиттер. Ну, в общем, как-то все это завязано. Поэтому облачка у нас они особо и не тратятся. Ну, на этом аккаунте. Вот, по поводу везения-невезения, я ему также до сих пор ничего особо не выбиваю по поводу улья. Но это я немножко попозже скажу, чтобы я, конечно, на нем поменял. Ну, или к какому эффекту шел бы. Вот, поэтому сейчас пока что ему нужно... убить улитку. Его главная цель этого аккаунта — убить улитку. Сейчас добьем улитку. Если что, убиваем улитку сейчас не на конкурс. Ребят, не на конкурс. Сейчас скажу. О, в понедельник вышел конкурс. Или когда там выйдет ролик, наверное. Во вторник, наверное, выйдет. Да, во вторник вышел ролик с конкурсом. Так, ладно, добиваем улиточку. Просто я хочу на финалочку посмотреть, что у него выпадет. Это просто мне личное любопытство. Ну и плюс еще, чтобы вы посмотрели. У него сейчас серебряный амулетик, и поэтому... Я думаю, сейчас будет все прям вот замечательно. Плюс еще можно шипик юзнуть, но это не дело. У него 400 тысяч осталось вообще. Зачем? Зачем? У него шипики-то еще, ну, понадобятся, по-моему, на демон-маску. А у него шипиков 20. И немного. Я, кстати, по ночам сейчас не бегаю, шипастого ему не ищу. Кстати, да, еще один минус того, что вы отдаете аккаунт кому-то, например, бустить вообще кому-либо. То есть, во-первых, вас может обмануть могут. То есть, я говорю, то главное проверить нам давайте. Вот. Ну, а второе, это, конечно, самое главное, то, что люди, которые даже вот я, да вообще кто-либо, будут идти к этой цели именно. То есть вы, если сказали, например, там, Гамми маску, то зачем ему, например, искать Винди? Или, например, зачем ему убивать кого-то, например, ту же самую улитку стоять убивать? Зачем? Я думаю, это не нужно просто. Но вот сейчас мне в данный момент, мне просто понравилось, что я улитка респавнулась ночью, я уже убил 10 тысяч, я думаю, ну пускай постоит, он добьет улитку, плюс ему мед не нужен на этот аккаунт. А, опять же, ему не нужен мед на этот аккаунт. И я поэтому думаю, ну пипец. Вот. Поэтому все хорошо. Смотри, что ты игноришь? А кто игнорит? К тому игнорит. Росток нужен.
Что ты... ну, понятно, мне... Не знаю. Мне не нужен росток. Он, вот человек не видит. Вот смотрите. Вот как можно не игнорить таких людей? Вот как можно не игнорить таких людей? Вот вы мне объясните. У человека осталось 300 тысяч хп улитки. Не миллионов. Да, там как изначально 30 миллионов, да? А 300 тысяч. Какие ему нафиг роски? Вот какие... Он, зачем ему сейчас роски? Он сейчас вот эту улитку убьет, постоит, будет стоять АФК. Вот. А потом говорят, а почему я игнорю? И вот так же в ДС я игнорю многим, потому что привет, как дела? И потом, а чё игноришь? Вот, наверное, поэтому. Ну ладно. Сейчас добьем вот эту улиточку и уже будем, уже перенесемся на полчаса, ну, не знаю, не на полчаса, наверное, на какое-то время, и уже буду финалить, уже покупать ему буду маску, но это все в этом ролике будет. И, наверное, сейчас, знаете, такой, знаешь, такой чувак такой, я сейчас убиваю улитку, списываюсь с этим, он мне кидает кучу росков, и все. Да не, на самом деле, мне особо-то роски-то уже и не нужны. Вот просто еще из-за этого. Поначалу, да, там прикольно было, я на работе бегал, мне просто, ну, что-то игрался за него, а он мне... Кто-то мне роски кидал. Ну, наверное, не он, а может быть и он. И у меня такой, о, блин, прям приятно так. Он меня спросил, какие роски нужны. Я говорю, такие-то. Что, говорит, для маски надо. Что за человек? Вот кому вот надо вот в Роблоксе общаться? В игре, которая особо-то... необщительная. Вот, смотри, вот с этим чувачком. А, он спрыгает еще, смотри. Кот Мэй. Вот Кот Мэй, вот он тоже, я думаю, он тоже не особо общительный. Блин, тут без мишки, у него мишка там есть, интересно, у этого Кот Мэя. Без мишки тут вообще очень тяжело. Есть, по-моему, да, вон Лаки. А линии его это Лаки. В общем, ладно. Осталось у нас 200 тысяч хп. Блин, на самом деле, долговатенько убиваем. Но да ладно. Все, да ладно, в принципе, я немножко рано, надо было вот когда вот сейчас вот только включаться и все это рассказывать. Все, но сейчас добьем уже 190. По 10 тысяч хп мы сносим, да, получается, за один шип. О, как прикольно, приятно было, с мишки 5 битерберри упало. Я ему, кстати, не трачу ни битерберри, ничего такое, потому что, ну, это не дело. И, кстати, я ему выбил один даймонд эго, это выбил с Вервульфа. Ну, было приятно. Просто было приятно. Советую ему не тратить, а копить на Diamond маску. Вот. А по поводу еще чего это хотел сказать-то? Битерберри показать, да? У него много достаточно их. 216 штучек. То есть у него можно как минимум двух, наверное, как максимум, наверное, четырех сделать... этих, как его там, одаренными. 100 тысяч осталось. Прям уже, вот уже прям финалочка у нас. Убийстве краба. Ой, как у краба, улитки. Убийство улитки, я уже их путаю. Уже брежу. Это что за человек? Давай еще столько, 140. Чего? Лишь бы что-нибудь сказать. Ой. Я просто, ну, я не негативный на таких людей. Ну, просто я не понимаю. Я просто не привык у себя на аккаунте. Зачем? Зачем что-то докапываться до человека? Так, ладно. И взял, убежал. Вот что-то там сказал, взял, убежал. Сейчас опять прибежит. Вот человек суета, да? Наверное, прибежит сейчас. Так, 90 тысяч хп. Восемьдесят тысяч хп. Еще чуточку. 79 уже. Так, ну ладно, на 10 тысяч хп мы отойдем, наверное. Возьмем сердечко. У него, правда, один малыш. И это прям очень тяжеловатенько получится. Но будем надеяться, что получится. 70-69 сейчас как ускорится, как обычно. Ну вот пока еще не было сердечка, поэтому это все замечательно. Пока его лучше и не быть, чтобы и не было. Пока просто сносим. 55. 50. Так, сейчас 48. Ой, еще и бубух. Ударили этой, 1000, наверное, сняли. Кокосом. 39. 38.
Короче, вот этот вот Кирилл, он очень сильно мешает, я так понял. Человек-мешалка. Так и будем называть. Мистер Икс и человек, который мешает. 13. Фу, таким быть. Я бы с таким не водился. 9000 хп. Но сердечки как не было, так и нету. Поэтому отходим. Ну, это все, жесть. Наверное, сейчас добьет. 2000 хп. Не добило. Не добило, но ждем у сердечка. Нету пока что. Ой, прям страшно. Где мое сердечко? Так, где вообще малыш? Я его даже не вижу. Где, за кем следить? Это музыкальное. А может, он улетел? У него энергии там не хватает. Прикинь, он улетел, у него энергии не хватает, а я его тут жду. Да нет, он где-то тут среди нас должен быть. Бегать. Во, кто-то это этот. Тапчик прилетел. Тапочек прилетел. А где наш малыш? Я его нету, его реально. Он там, наверное, этот. Он, наверное, улетел. А я его тут жду. Человек-мешалка пришел. Вот как вот я могу с ним что-то делать? Вот что, вот как вот? Ай! Вот и что мне с ним делать? Зачем он мне мешает? Фух. Он ушел. А сейчас он где-нибудь там сердечко заспамнил мне. И все. А где малыш? Малыша ищем. Вот что значит. Я, наверное, скоро буду так... О, сердечко. Я, наверное, скоро так буду говорить там. Так, удаляй всех своих друзей. Перед тем, как давать мне это прокачивать. Да не, на самом деле, никто мне ничего не мешает. Это вот только что и только сейчас. Так, все, мне дали. Ой, фу. Я же говорю, у него с везением это жесть. Но мы с сердечком... Мы получили 10 глу. 2 стар... Желейки, конечно же, мы его не возьмем. Хотя у него старые 2% гу, как так? Ужасно. Ужасно. Ужасно вылетело. Ладно, так, бежим мы к его... вот этой штуке. Все, короче, встречу сейчас с тобой буквально через секунду, уже когда все вместе мы будем покупать и все вместе будем что-то с ним делать, с этим аккаунтом, уже отдавать, наверное, финалить, так сказать. Все, встречу с тобой через секундочку. Итак, я уже переместился немного на потом, это этот же день, но... В общем, я уже на своем сервере. Сейчас почему-то у меня очень сильно лагает Roblox, но он уже на самом-то деле где-то полчаса лагает. Но мне, в принципе, оно и не важно. Мне, ну, важно было всех представить и, в общем, сказать, что все. Вот это, кстати, улитка, которую сегодня уже убивал, которая была в самом начале ролика, она мне дала прям вот решающий толчок. То есть в том плане, то, что у меня теперь даже... Я сначала думал, где я буду брать... С утра думал, где я буду брать 20 клея... Смотри, Егорка как залагано полетел. Где я буду 20 клея брать? А у меня, смотри, сейчас могу сделать 3 клея, плюс еще у меня 252 уже клея. То есть это все благодаря, конечно же, улитке. Ну, сейчас все загрузятся, я тогда уже всех представлю, а то это вообще не дело. В общем, немножко лопухнулся. Начал ему... Я узнал, что у меня хватает меда на прокачку и на маску, но лопухнулся в чем? Смотри, у меня сейчас 4800. Я, короче, случайно вместо того, чтобы по 100 тысяч покупать, купил миллионами. И, короче, профукал. И у него, ну, дополнительно я ему, короче, 81 тысячу меда сэкономил. Он там еще и чуть-чуть потратил на каких-то пчелок. Но смысл в том, то, что все они 10 левела. Это я все выполнил. Все, в принципе, хорошо. Единственное, еще сейчас пока не довыполнил, это... Осталось мед дофармить. Я просто имею в виду, подведу итог, чтобы мне просто отдать уже аккаунт и не тянуть ему еще целый день, чтобы ждать, пока то, что я записывать смогу только после работы. Но это все такая мутная фигня, поэтому без прям вот вручения именно себе, именно маски, без покупки. Ну, конечно, я маску куплю. Но это без ролика. Так, сюда я поставил в блендер 5 еще глиттеров. У меня глиттеров немножко не хватает, но глиттер это опять
опять фигня, это только тупо дождаться ночи. Вот, это вообще там проблем с ней нету. Смотри, Вервульф, может мне еще что-нибудь тоже подарит. Вот, потому что у меня, смотри, 92, мне не хватает всего лишь 3 глиттера. Ну, по идее, прям доделать, вот конкретно я имею в виду по материалам. И то, по-моему, по материалу, чего мне там не хватает? Мне не хватает, получается, самих лун. Получается, двух. Сколько? 53 штучки луны. Ну, смотри, ну это вообще жесть. Это не то, что это очень лагающий... очень лагающий Роблокс. Но это лично у меня, скорее всего. Какая-то опять штуковина. В общем, ладно. Вечер, все дела. Бывает. Так, все, что осталось. Энзима хватает, ойла хватает, клей хватает. Не хватает у меня немножко меда и немножко глиттеров. Надеюсь, все я выполню. И, в принципе, уже все ему отдам. Он уже там, кстати, уже написывает когда. Ну, что-то мне там написал, я ему ответил после того, как я убивал улитку, ну, то, что я видел его друг там был. Я думал, надо ему что-нибудь написать, что я именно скорее всего сегодня отдам. Ну, я уже проанализировал после улитки, что скорее всего сегодня отдам. И все, и понеслась. Ладно, со мной на сервере находится GamerGamesUTU, KillerGame112 и Егорка... Йоу, как так, наверное, да, читается. В общем, ну, так, аккаунт неплохой, по фарму очень плохо. Что ему посоветовать? Ну, так вот, я имею в виду, так, навскидочку. Конечно же, прокачать того же самого Бирби, сделать одаренным. Конечно же, сделать одаренным фотонки. Конечно же, поменять вот этих всех крусняшей, крикущих, которые теперь у меня получаются. Я не знаю, мне очень не везет. Я на его аккаунт очень много потратил старжелейки. Очень много. Чтобы вы понимали, это не то, что немножко, а очень много. Поэтому я даже не знаю, что ему посоветовать. Ну, в общем, выбивать себе какие-то других пчелок. Потом у него еще что-то там... А, ну, амулеты, это опять же тоже все тяжело, потому что у нее что-то какая-то вот беда с пчелками. Не выбивается нужные и ненужные. Вообще хорошие пчелки не вылезают. В общем, как-то так. Даже одинаковые не хочется оставлять вот эти вот, которые сейчас существуют. То есть такой прям аккаунт немножко плохенький. Но надеюсь, он сам уже это понимает и сам от этого и избавится, и исправится. Вот смотрите, вот и Егорки хороший, приятный, как его там, улей с пчелками. Плюс еще ему надо сделать бейсика обязательно. Бейсика, чтобы он сделал. Это вот 100%. Смотри, ну блин, ну как же мне лагает, а? В общем, короче, ему нужно еще сделать бейсик, и я про это даже забыл, но это всего лишь 2,5 миллиарда нафармить, и буквально за день он, скорее всего, сделает себе бейсика. Скорее всего. Но не уверен в этом. Вот. Но возможно это ему еще. Вот. Ну, а все. Завтра уже, скорее всего, будет у меня новый буст нового подписчика. Ну, не нового подписчика, подписчика, конечно же, старого моего, но именно новый бустик. Интересный такой. Надеюсь, что будет интересный. Потому что я заручился на очень и очень такой прям временные рамки интересные для себя. Просто получится, не получится. А тут у меня, кстати, как я и говорил, 7 дней, так и получилось. 7 дней. Даже, скорее всего, получилось бы раньше. Просто вчера после стрима я что-то особо-то так... активно не играл, то есть я ему забыл там по винде выбивать, вот из-за этого у меня по глиттеру проблема, потому что я вчера не выбивал винде. Вот и все. Вот просто я вчерашний день профукал винди. Вот, наверное, вот эти все у меня конкретные проблемки. Все, с тобой был Клан Тайка, не забывай подписываться на канал, не забывай ставить лайк. Лайк, да, все правильно. Не забывай писать комментарий какой-нибудь клевый, офигительный. Ну и всем, ребят, пока-пока.